Воронежская область расположилась ниже среднего уровня в таблице рейтинга. В регионе около 18,6% сотрудников получают зарплату выше среднего по стране, а 4,6% зарабатывают больше двух средних показателей в месяц. По данным Воронежштата, средняя зарплата в регионе составляет 59 757 рублей. Я думаю, 1050. Я думаю, минимальные потребности. Какие? Ну, если ты здоровый человек, то это пища, квартплата и бесплатная медицина. Я думаю, частный бизнес давно повышает. Да маловато, конечно. Все дорожает вообще на глазах. Продукты, проезды, ну все. Квартплата, все дорожает буквально. А ну, вот одному, конечно, кто знает, ну а если там ребенок или еще что, как прожить? Лидерами по уровню зарплат оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплату выше среднего получает 65,8%. На втором месте Ханты-Мансийский округ Югра с 54,2%. На третьем месте Магаданская область. Здесь выше среднего получает 53,3% работников. По Черноземью лучшие показатели у Липецкой области. Она заняла в рейтинге 30-ю строчку. Здесь выше среднего получает 25,3% сотрудников. Тамбовская область заняла 75-е место. Здесь выше среднего получает 12,9% сотрудников. Ну, вот пенсионер, я пенсионер. Вот у меня пенсия там, ну, около 25 тысяч. И у жены такая же вот. Ну, вот вдвоем, скрипя, еще работаю, устроился. В коммуналках где-то около десятки выходит. Так что это очень тяжело. Просто купить себе одежду достойную, там, хорошую, это приходится откладывать, собирать. Ну, не будешь ты у детей все время что-то просить, ну, уже стыдно. Но это довольно трудно, учитывая цены за коммунальные услуги, ЖКХ и так далее. Плюс расходы, в принципе, на продукты питания. Ну, я считаю, что нет. В ходе опроса мы им поинтересовались у горожан размером их заработной платы. Она оказалась значительно ниже, опубликованной Воронежштатом. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал «Воронеж».